Камчатские огнеборцы потушили возгорание на плавкране. Пожарно-тактические учения прошли на территории одного из судоремонтных предприятий краевого центра. По легенде, во время проведения ремонтных работ в машинном отделении загорелось 800 литров дизельного топлива. Прибывшие буквально через несколько минут на место вызова пожарные приступили к разведке, а также к поиску очага возгорания. К этому моменту пламя уже распространилось на площади 160 квадратных метров. В связи с этим был развернут штаб пожаротушения, который в кратчайшие сроки организовал расчет необходимого количества пенообразователя и его подвоз к месту условного происшествия. После этого огнеборцы произвели пенную атаку и ликвидировали возгорание. Участие в тренировке приняли 60 человек на 12 единицах техники.